где которые не смогли сделать визу, и зато записали нам видеообращение. Коллеги, напоминаю тем, кто пришел чуть попозже, нужно будет, если вы хотите получить токены квадрата на $10, внести свои контактные данные, имейл и фамилию, имя в наши списки, и по итогу получите. Будет вам счастье. В общем, сейчас видео. Yes, I thought about the airdrop.